Здравствуйте, моя хорошая. Начала смешно. На Экспрессе ТВ есть такая смешная передача «Вата ТВ». 95-й квартал отдыхает. Она коротенькая, 5-7 минут, ежедневная по самым злободневным проблемам. И смехом, словно пулеметной очереди, убивает наповал. Коля! Ага! Слушай, мне кажется, с языком что-то случилось. Не знаешь, что? Блин, может, крепеж расшатался, а венек иде. Вот так, да. О, а вот тут что? Мозг? А его обязательно в языковом процессе задействовать? Блин, слушайте, надо бы как-то эту неприятную новость российским патриотам сообщить. Вов они, блин, удивятся. А как вообще так получается, что при его полном отсутствии язык сразу начинает притесняться, ну? Путину пожаловались на притеснение русскоязычного населения в Туве. Союз русскоязычных граждан Тувы «Россияне» написал письмо Владимиру Путину, пожаловавшись на притеснение русскоязычного населения в республике. Русскоязычные жители Тувы пожаловались Путину на притеснение и дискриминацию. Спасет ли Путин русскоязычных граждан республики Тува? Ну все, Путин, вводи войска, спасай русскоязычных от фашистской хунты. Где вот это вооруженное до зубов местное ополчение, стихийно возникшее из любителей русской словесности? Виктор Литовченко ведет эту программу уже года 3. До этого он вел на престижном 5-м канале, но очень популярную креативную передачу «Технопарк», пока не открыл в себе вот этот недюжинный актерский талант. Крым отстоит права на русский язык. ДНР, Донбасс завоевал право говорить на русском языке. А еще этот героический народ героически отвоевал себе право умываться по утрам, носить штаны и дивиться в окно. А что? А чем эти права, на которые никто не покушался, хуже русского языка, который никто трогать даже и не думал? В регионах, где никакий другой язык вообще даже не использовался. А последние нерусские слова, которые были сказаны местным населением, это уже было давно, и звучали они как «Herr Offizier», «Das ist meine Frau», «Meine Kinder», «Gehen Sie bitte zu essen», «Ja, danke». Поэтому даже не вздумайте там на Донбассе прекращать борьбу. Начинайте, например, бороться за то, чтобы вода была мокрой, чтобы солнце вставало с утра. А не так, как то требует фашистская хунта. И хоть та хунта ничего, конечно, такого и не требует. Ну, слушайте, раньше же у вас фантазии хватало. А вот в Крыму, например, так там русский язык вообще уже по другому кругу начали отстаивать, прикиньте. Константинов считает, что в школах не надо изучать английский. Сколько мы людей обучили английскому языку, в том числе и я его изучал, и сколько раз я был в Англии за все время, сколько раз я его применял. Не, ну если вы сами ним не пользуетесь, ну тогда да. И давайте в том же духе продолжим. Ну, например, значит, прикроем нахрен этот общественный транспорт, каким Константинов никогда сам не пользовался, и вообще не факт, что знает про его существование. Закроем нахрен все продуктовые магазины. А кому они нужны, действительно, да? Коли всем нормальным людям продукты домой прямо привозят шофер с горничной. Так что ж это за язык такой, из-за которого одна страна весь мир вверх тормашками ставит. Что это будет с Тывой? Что? Расстреляют руководителей, да и все дела. Они в 29-м уже делали так. Арестовали и расстреляли главу Хурала Буян Бадырлыгы. Не посмотрели, что он интеллигентен, образован, свободно владеет, кроме родного, тувинского, монгольским, тибетским, китайским и русским в том числе. Расстреляли всю верхушку и стали завозить туда русских, пока их не стало 50 на 50. Сегодня русских осталось 8%. И те скоро сбегут. Их там не просто ненавидят. Их средь бела дня избивают и убивают. Приезжим не рекомендуют после ужина выходить на улицу. Пациенты дошло до того, что в больницах избивают русских врачей и медсестер. А хозяину дома после погрома и грабежа на его вопрос, что ж теперь делать, полиция откровенно говорит: продавай все, что осталось, и уезжай. Они ничего не могут сделать. Вы вот можете на нашем митинге увидеть подобный плакат? А тут спокойно, под ним стоят люди. Никто их не вяжет, не хватает. Так что Виктор Литовченко прав. Дело
не в языке. Спасать их Путин не будет. Все золото он уже выгреб из Тувы. Теперь продаст этих тувинцев с потрохами Китаю. А Китай, кстати, давно и небезосновательно претендует на свои земли, которые сегодня тувинские, исконно китайские. Другое дело Крым и Донбасс. До захвата Крыма состояние Путина было 40 миллиардов. После стало 100 миллиардов. Дело в том, что как только Украина занялась вплотную Черноморским шельфом, Путин аннексировал Крым. И никакой русский язык, никакой город-герой Севастополь, никакие слава русских моряков, никакой Черноморский флот и уж тем более никакие русскоговорящие пенсионеры Путина не волновали. 300 лет вы ему снились. Там несметные запасы нефти и газа. Потерять шельф – это катастрофа. Это потерять монополию. А перестать быть монополистом – это перестать диктовать цены на газ и нефть. А это потеря личного богатства. В Черном море большие залежи природного газа. Как только Украина купила буровые установки для добычи голубого топлива, договорилась с мировыми гигантами про разведку и добычу газа, Кремль тут же кинулся защищать русских в Крыму. Интересы Москвы просты, а цель крымской кампании Путина – лишить Украину доступа к крымским месторождениям. Теперь в Крым иностранные добывающие компании не ногой. В серой зоне они работать не будут, чего и добивался Кремль. Почему центром боевых действий стал Славянск? В городе нет ни важных предприятий, ни военных частей, ни секретных институтов. Разгадка проста. Газ плотных песчаников или сланцевый газ. Именно сегодня произойдет первый гидроразрыв. То есть компания Shell добудет здесь первые кубометры сланцевого газа. Вот почему Кремль пометил кровью этот район на карте. Вы преступники! Это территория Юзовского месторождения. Именно здесь сосредоточены залежи энергетического ресурса. Месторождение гигантское, на территории 8 тысяч квадратных километров. Именно эта территория и совпадает с районом активных действий пророссийских сил и провокаторов. Ведь центр газоносных площадей именно в Славянске и его окрестностях. При этом цена сланцевого газа была бы в два раза ниже, чем российского голубого топлива. И вторжение на территорию Донбасса и Крыма имеет прямое отношение к крупнейшим карманам России, а не к защите русскоязычного населения. Ну вот так. Чтоб вы не сомневались, а то раскатали губу. Путин, забери нас к себе. Россия! Россия! У меня Путина висит портрет. Я уже думала, мои дети, я обращусь к нему. Пусть он мне или одну заберет, или я не знаю. Заберите нас. Забери. Нафиг ты ему, бабуле, сдалась? Ему нужна богатая, сланцем земля. То есть выжженная земля Донбасса. Что он и делает без вас, без всех, без всяких русских языков и русских миров? Но кому еще непонятны эти понты с русским языком? Уже Тува и та поняла. Вы, конечно, только спросите, а чего этот регион так резко вдруг привернул до себя столько внимания? А весь-то прикол в том, что этот регион в составе России сравнительно недавно и не успели там еще русские патриоты полный порядок навести. До 1944 года это вообще была независимая Тувинская народная республика. А когда началась Вторая мировая война, тувинцы, ну, видимо, из сострадания на свою голову решили Советскому Союзу помогти. ТНР стала первым государством, официально выступившим союзником Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии. 25 июня 1941 года Тувинская Народная Республика объявила войну Германии. И все бы оно было, конечно, хорошо, если бы не их излишняя доверчивость. В распоряжение СССР был передан весь золотой запас республики и добыча тувинского золота. В общей сложности в объеме 35 миллионов рублей того времени. Ну а когда этот весь бюджет был благополучно освоен... Дальше случилось то, что неотменно случится с любым, кто наивно продолжает дружить с Россией.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1944 года о принятии Тувинской Народной Республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Тувинская Народная Республика была принята в состав РСФСР на правах Тувинской Автономной Области. Это я к чему? Это я специально для Армении. Вы там давайте побыстрее, пожалуйста, заканчивайте все свои активы на Россию переписывать. Потому что вы же не забывайте, вас еще от фашизма спасать и права русского языка отстаивать. Часто Костувой закончат, бо там, знаете, там уже фашизм махровым цветом зацвів, что, собственно, авторы письма Путину там и отобразили. По мнению авторов, в Туве ведется дискриминационная политика руководства по отбору управленческих кадров. В частности, отмечается в обращении, в республике из 17 глав районных администраций только один русский. Из 37 членов правительства русских только трое. Не, ну это же, наверное, сильно по-антифашистски, да? Считать людей исключительно по национальному признаку и поднимать по этому поводу вой, да? Потому я вас что попрошу, подивиться еще, пожалуйста, на руководство Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Там, блин, с русскими вообще беда. А с русским языком так вообще катастрофа. Потому попросить, пожалуйста, министра обороны Шойгу Сергея Кужугетовича, что как только он своей родине башку скрутит, да, он тувинец, вы что, не знали? А что такое? У каждого народа должен быть свой Павлик Морозов. О, потому, когда будете сидеть в подвалах во время артобстрела, не забудьте пожелать крепкого здоровья своему знаменитому земляку. Теперь я к нашему президенту. Петр Алексеевич, нам тут Владимир Гройсман пообещал наказать Труханова за махинации с паспортами, за сокрытые миллиарды, бандитским путем нажитые. Но пока Владимира Борисовича этот отлуп плохо получается. Почему, об этом чуть позже. А сейчас я хочу подсказать вам вариант наказания. Причем, я думаю, обе стороны будут счастливы. У Труханова есть российский паспорт. И у Труханова есть многочисленная бандитская армия тетушек. Давайте поможем братскому русскому народу справиться с бедой в Туве. Посадим их на поезд. Но если у Труханова будет неподъемно тяжелый чемодан, полагаю, Михаил Саакашвили не откажется помочь мэру поднести чемодан и посадить его в поезд. А вы что-то подумали? Ну, в Туве ж притесняет русскоговорящих. Труханов с тетушками там быстро наведет порядок. Могут там и остаться. Там русских не хватает. И все будет по-честному, по-братски, по-путински. Цена почти в $500 за 1000 кубометров. Самая высокая среди всех стран, кому Россия продает газ. Если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Смешно, да? Обдурил зелеными человечками Крым, обдурил и угробил русским миром Донбасс, обдурил и угробил наивных беженцев, рванувших в его кагбистские горячие объятия. Ведь защитник и спаситель всего русского Путина уверял их, что предоставит крепкое плечо поддержки. Посмотрите на это плечо. Особенно те, кто орал 9 мая «Я в Россию домой хочу». Не так давно жителі шахтарських містечок на сході України, а тепер мешканці російської столиці, марили безхмарним майбутнім, розфарбованим у кольори російського прапора. Але сталося не так, як гадалося. Для переселенців акція знайомства з європейською частиною Росії завершилась на початку осені. 13 вересня 2014 року російський уряд заборонив українським біженцям більше 3 днів перебувати в 11 суб'єктах Російської Федерації, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. І Путін вирішив розширити географію українських переселенців, познайомити їх з найвіддаленішими куточками країни та зі справжньою російською зимою. Республіка Бурятія, Ямало-Ненецький округ, Якутія, Забайкальський, Камчатський, Приморський, Хабаровський край, Амурська, Іркутська, Магаданська, Сахалінська, Єврейська автономна області – це список пріоритетних регіонів для розселення біженців з Донбасу. Відверто кажучи, таке переселення більше схоже на заслання чи депортацію. Коли сюди їхали в Шигарський район, у нас предполагалась другая робота в другому селі Тетянівка. Там дом, усадьба, нужно было присматривать за ней, людей принимать. Ну, а когда работодатель нас здесь уже увидел, ну, как бы мы лицом, наверное, не вышли,
от нас отказались. Жили на тот момент в общежитии, это был еще сентябрь месяц, отопительного сезона не было. Вот. Было очень холодно, у меня дети заболели. Питания у нас как такового не было. Вот мы просились нас отвезти обратно в Томск, там можно было опять-таки работу подобрать, но они нас отказались везти. Часто біженців навіть не попереджали, куди везли. Їх саджали на потяг чи у літак, і тільки після приїзду вони дізнавались назву своєї нової малої батьківщини. Взагалі, ми їхали в Тюмень, а приїхали, не знаємо. Тому що Тюмень стільки не може, вони не знають, що не зробити. Вони вас не можуть куди время. Могли б сказати, що ми в Тюмені в состоянии прийняти. Ми ж нормальні люди, ми розуміємо ці речі. Буває, переселенцям, які тільки-но зійшли з трапу, радісно повідомляють – квоти на прийом біженців закінчились. У кращому випадку їм купують квиток в один кінець – в інший регіон. Дехто поневіряється місяцями. Де вас дороги ми були? В Таганрогі були? Так, були з фонду зайнятості, роботодатель з Приморська, нас записали. Все. Ви сказали, треба подождати 2 тижні. Через 2 дні нас на утро сказали освободити общежитие. Регіони отримують із державного бюджету гроші на утримання біженців. Тому збільшення кількості переселенців на папері пропорційно збільшує кількість грошей, які осідають у кишенях чиновників. А біженці так і залишаються біженцями. У реабілітаційному центрі селища Світле у біженців з Донбасу немає одягу, їжі і елементарних засобів особистої гігієни. Директор центру заборонила місцевим жителям будь-що приносити переселенцям. Мовляв, щоб інфекції не розповсюджували. Місцеві таємно передають їм найнеобхідніше. Усі документи переселенець оформляє своїм коштом. Суми приблизно такі. 3 500 рублів – обов'язкова медкомісія. 7 000 – виготовлення дозволу на тимчасове перебування. 1 000 – держмито. Для багатьох переселенців ці суми непідйомні. Крім того, з біженців намагаються викачати останні гроші. Наприклад, у Хабаровську переклад документів з української мови російською роблять за завищеними цінами. Переклад 2 паспортів та свідоцтва про народження дитини переселенцям з України обходиться у майже 10 тисяч рублів. Тепер ще одна смішна історія. Як Гройсман наказав Труханова. Ну, тобто, тільки убив прем'єр із Одеси, що громким ехом в воздухі вітають його грозне стращання покарати негодника Труханова, як назавтра Одеса читає в пресі. Фірма Труханова опять виграла тендер на ремонт дороги Одеса-Рені. Уж после таких потрясающих скандалов планетарного масштаба этот полупокойник, полумертвец залег бы на дно, притих бы и не высовывался. Так нет. Оточення Труханова закупає 114 мільйонів в ремонт 10 кілометрів дороги Одеса-Рені. От таке страшне наказання. Ну, ясно ж діло, як строїть дороги. Корумпірований чиновник дає заказ нужної компанії, яка обов'язується, допустим, построїть дорогу за 1 мільйон доларів. Ну, на самом деле тратить 500 тисяч доларів, а оставшиеся 500 тисяч – ділят поровну з чиновником, корумпірованим. Этот принцип Труханов пользує годами. Нежадний ділиться. А иначе как вы объясните тот факт, что другие фирмы предлагают выполнить тот же объем работ за меньшую сумму, но Труханов все непременно побеждает с завышенной ценой всех и вся? Петр Алексеевич, он сидеть в тюрьме должен только за эти аферы. Были же обыски, возбуждали дела при Пшонке, а вот и ныне там. А теперь, дорогие мои, представьте, у Труханова вот в ладонях 1 миллиард. Это наш городской бюджет. Мы ему доверили строить школы, больницы, детсады, межквартальные проезды, фонтаны, парки, скверы, пляжи. А он взял 130 миллионов и положил себе в карман. Причем только за 3 месяца 130 миллионов. За півроку підлеглі Труханова перевели 130 мільйонів гривень у власність офшору з Віргінських островів. Ну от полюбуйтесь. Дати, фірма і суми, украдені у нас. Єжедневний наглий грабіж, без стида і зазріння совісті, без якого-либо страха.
через управління з капітального будівництва Одеської міської ради. УКБ Одеської МР міської ради. Реставрацією моста Кацебу займеться Роздорстрой. Роботи обійдуться бюджету в 48 мільйонів. Опять Роздорстрой. Надо же, какой сюрпризская неожиданность. Банда Суркиса отбирает ТЭЦ с прицелом на теплоснабжение города Одессы. ТГО банды Труханова. Ну и здесь те же бандитские приемчики. Эффективные акты выполнения работы, завышенные цены, объемов ремонта теплотрассы, асфальтирование, подписание приемки лишнего газа и его продажи. Мертвые души. Весь этот грабеж оплачиваем мы с вами ростом тарифов. Выходить из рабства нам запретили. Отключиться от коммунального теплоснабжения стало практически невозможно. Петр Алексеевич, безнаказанность рождает новые, более тяжкие преступления. Вы это знаете лучше меня. Бандиты не должны править миром. Но вы же вот сидели рядом с Эдуардом Гурвицем на программе у Савика Шустера. Эдуард Гурвиц четко доказал, что друг Труханова, Игорь Марков, тоже бандит. Сейчас этот бандит в Москве, а его кореша-засланцы Труханов с Квасняком ждут не дождутся здесь его прибытия. А он грозился за 2 недели тут навести порядок. А мы с вами, Петр Алексеевич, чего ждем? Когда антитрухановский Майдан взорвется и перестанет быть мирным? Когда российско-подданный мэр Одессы откроет ворота города для зеленых человечков на танках без опознавательных знаков? Или когда антитрухановский автомайдан после Киева помчится по городам Европы с плакатами, громкоговорителями, фильмами и фотовыставками? Петр Алексеевич, или вы собираетесь перевоспитать бандита? Но он же подчиняется не вам. Он подчиняется лондонскому пахану, убийце. Он же здесь совершенно беспомощный. Он даже памятник Ленину не в состоянии снести. Сама беспомощность. Эдуард Гурвиц в свое время снес одномоментно под 100 Ленинов. А этот одного и то не сдюжил. Да что там говорит? Даже фестиваль клубники, который в европейских городах, проходит вот так. У нас он стал адом для создателей уникального торта. Я не знаю, честно говоря, как вчера мы выжили. Вот в Фейсбуке пишет владелица кондитерской, которая приготовила этот уникальный торт, Оксана Бубликова. Людям не нужны были вилки, они давили собственных детей. Этот, ну, Виталик, кондитер, порезал себе глубоко руку ножом. У одной из девочек травма спины, кровь хлыщет по руке, а скорой нет. Я нахожу полицейских и прошу оказать первую помощь. Забинтовали. Ничего, Оксана, вы получили задание сотворить чудо, и вы его сотворили. 400 килограммов клубничка себе. Это торт... Рекорд Украины, его внесли с вашим именем в Национальный реестр рекордов Украины. А организацией праздника должна заниматься мэрия, не только шваровать. Ну, потому и получилось, как получилось. Этот праздник не воспитывал в людях культуру, не просвещал, не передавал атмосферу традиционного священнодейства, а просто голодная толпа пришла поесть на халяву. Ну, какой мэр, такая и культура. Бандитскому охраннику неведомая. На прощание, Петр Алексеевич, коротенький одесский наш анекдот дарю вам. Маленькая Софочка клянчит у мамы конфетку. «Мам, мам, а у тебя есть конфетка?» Мама отвечает, есть. И так и шо мы ждем, девочка спрашивает. Петр Алексеевич, и так и шо мы с вами ждем?